Строительство 4-го моста выходит на финишную прямую. Вчера рабочие состыковали мост по всей ширине. Теперь смонтированы основные металлоконструкции пролетного строения переправы. И по мосту можно даже перейти с одного берега на другой. Сейчас специалисты приступили к отделке. Им предстоит заасфальтировать проезжую часть, сделать тротуары, установить опоры освещения, смонтировать перила. Напомню, открыть новый мост планируют в начале октября. Его протяженность больше 700 метров, а ширина больше 30. В обе стороны предусмотрено по 3 полосы движения. Была смонтирована последняя металлическая конструкция, основная металлическая конструкция пролетного строения реки Енисей. Вот шли к этому событию с июня 2012 года. С сегодняшнего дня можно произвести демонтаж рабочего крана МДК-63, который являлся основной единицей монтажа этих конструкций. Это предполагает, значит, определенно закончить этап работ и приступить к более интенсивному отделке пролетного строения проезжей части.